Первый урок, первый учитель, улыбки и разочарования, первые трудности и победы. Так начиналась 11 лет назад их школьная жизнь. Кажется, было все только вчера, и вот сегодня последний звонок. Школьные годы – время взросления, за которое мы познаем мир, дружбу, любовь. Но в один день настает момент, когда приходится покидать родные стены. С сегодняшнего дня ложится очень большая на вас ответственность за будущее. Я хочу вам всем пожелать гладкой жизненной дороги, хороших друзей, удачи, легких испытаний. Будьте уверены в себе, в своих знаниях. Праздник посетил первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков. Он поделился с ребятами жизненным опытом и дал несколько советов на будущее. 5% таланта – это жизнь уже так определена. 95% нужно трудиться в обязательном порядке. И что самое главное – желать. Если вы пожелаете себе того, чего вы хотите, вы обязательно добьетесь этого. Нынешний выпуск самый большой за всю историю существования Видновской 7-й школы. Целых 3 класса сегодня вступают в новую, взрослую жизнь. На лицах волнение, в душе переживания. Они не могут сдерживать слезы. С одной стороны, радуемся, что мы закончили школу, а с другой стороны, очень грустно, что мы уходим и оставляем все самое дорогое здесь. Теперь им предстоит жить по-другому. Не будет учителей, которые, как вторые родители, оберегали своих учеников и пытались вложить в них все самое доброе и хорошее. Теперь вся ответственность лежит только на них самих. О школьных годах вчерашние дети вспоминают с улыбкой. Это основа жизни, и она была прекрасной. Она была веселой, энергичной, полной красок и разочарований, и, наоборот, приятных, счастливых дней. Теперь полный вперед. Впереди нелегкая пора выпускных экзаменов, а затем вступительных. Некоторые с вузами уже определились, другие пока еще думают. Слишком уж ответственный выбор ребятам предстоит сделать. Отдыхать некогда, в голове все еще только учеба. Главное сейчас сдать экзамен и поступить в вуз. Это первичный план на время, по крайней мере, до конца июня точно. Как-то даже больше не о празднике думаешь, а о предстоящих экзаменах больше. Не меньше самих ребят волнуются их родители, для которых последний звонок – окончание еще одного этапа в жизни, когда понимаешь, что твой ребенок вырос, и переживаешь о том, что ждет его впереди. Мамы 11-классников вышли на сцену и прочитали детям стихи наставления. Дети, дорогие наши, сегодня вы уже выпускники. Желаем вам, чтобы звезды были ярче на вашем долгом жизненном пути. Эти чувства невозможно передать, потому что всегда переживаешь за детей. В школе их охраняют наши учителя, а мы их выпускаем во взрослую жизнь. И поэтому больше волнение такое трепетное за их будущее. Ведь хочется детям, каждый родитель хочет детям свое счастье. На смену этим выпускникам придут новые. И так год за годом. Во взрослую жизнь ребят сегодня провожали ученики младших классов, которым доверили почетную миссию дать последний звонок. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.